Юные томские спортсмены, воспитанники теннисного клуба «Чемпион» приняли участие в выездной серии соревнований. Наши ребята выступили во всероссийском турнире имени Владимира Гулидова в Красноярске и первенстве Сибирского федерального округа в Новокузнецке. Домой наши земляки вернулись не с пустыми руками. Только Александр Селиванов и Артем Маркелов на двоих завоевали 6 трофеев. А я скажу, как Станиславский, не верю. Разве могут два парнишки за выезд привезти столько трофеев? Почему не верить? Надо верить, потому что клуб «Чемпион» воспитывает только победителей. И наши ребята доказали это. Тяжело, наверное, вот сразу столько. Вот, наверное, везли оттуда, и руки-то уже устали, да? Устали очень, потому что после Красноярска поехали сразу в Новокузнецк вместе со всем вот этим хозяйством. Поэтому было нелегко. Но это приятно. Своя ноша не тянет. Правильно. Наверное, придется уже какие-то стеллажи готовить для следующих трофеев. Ну, готовим, да. Но квадратные площади позволяют, поэтому будем готовить. Готовим, пока еще специальных нет, но уже пора, пора. Самый богатый урожай наград из томичей на этом выезде собрал Александр Селиванов. На всероссийском турнире в Красноярске он завоевал 2 серебряные медали, а на первенстве Сибири в Новокузнецке – серебряную в личном разряде и золотую в парном. На этом выезде юный томич не только завоевал награды, но и получил большой соревновательный опыт. По 2 матча в день бывает. Ну, парный и одиночный матч. Усталость не накопилась? Я смотрю, ты приехал и сразу опять на корты пошел. Ну, конечно, устал, но восстановился за 2 дня выходных и пошел дальше тренироваться. Какие теперь планы, цели и задачи? Вот в Новосибирский турнир через 3 недели. Собираюсь поехать, буду работать, тренироваться. Готовиться к очередным соревнованиям сразу же после выездной серии стал и одноклубник Александра Артем Маркелов. На первенстве Сибири в Новокузнецке наш земляк завоевал бронзу в личном разряде и вместе с Селивановым победил в разряде парном. Тебе нравится парный теннис? Да, мне нравится. Так же, как и одиночный. Ты сразу нашел общий язык с Александром? Ну да, мы, получается, на тренировках с ним тренировались, наигрывались, чтобы потом приехать и выиграть. Соперники были достойные у вас там? Да, достаточно достойные. Особенно в полуфинале и финале. За счет чего, как думаешь, все-таки удалось победить? Ну, за счет того, что командная игра была, и мы подбадривали друг друга, когда ошибались. Отметились на выездных соревнованиях и томские теннисистки. Виктория Самарина совместно с представительницей барнаульского клуба «Чемпион» Анной Кисляк стала победительницей в парном разряде первенства Сибири в Новокузнецке и бронзовым призером в парном же разряде всероссийского турнира в Красноярске. А томичка Данна Чаринцева победила в личном разряде первенства Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. Вот такой богатый урожай трофеев собрали в середине февраля юные томские теннисисты.